Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами Джек Херсон. Ребят, добро пожаловать на первое видео по игре Black Desert Online. Корейская игра, ребят, выходит в России в 2015 году, будет полностью на русском языке, так как на данный момент доступен только корейский язык, а именно корейская ОБТ началась буквально 2 дня назад. Давайте взглянем на нее глазами корейских игроков, а именно вы видите надписи в экране, ничуть не понятные нам. Но я думаю, мы разберемся. Первое видео будет посвящено созданию персонажа. Выберем класс персонажа. Создадим его, кастомизируем, выберем прическу, параметры и так далее. И начнем играть уже. Ребят, что хотелось бы сказать о данной игре. На данный момент доступно 4 игровых класса, а именно воин. Вот видите, такой паренек у нас. В доспехах, с мечом, с щитом. Есть у нас лучница. Сейчас она появится. Прогружаются модели персонажа. Вон она. Хорошие у лучницы глаза. Посмотрите, какая... Рейнджер, эльф-лучница. Также есть у нас ведьма. Человек-маг женского пола. Вот, видите? Тоже неплохая такая дама. И четвертый класс доступен на ОБТ. Это гигант-варвар с двумя топорами мужского пола. То есть... Что важно, и одно из нововведений игры, это выбор пола персонажа будет влиять на умения, параметры, стиль игры и боя. Класс имеет привязку к расе и полу. То есть, если вы выбираете варвар, то вы не можете выбрать варвара женщину. Или, допустим, выбрав лучницу эльфийку, у вас будет... свои навыки, свои параметры. Соответственно, если вы выберете рейнджера, эльфа-лучника мужского пола, то у него будут другие параметры, другие навыки. Что ж, давайте, наверное, создадим воина. Начнем по чуть-чуть смотреть все классы. Создадим воина и посмотрим. Ребят, это первый мой взгляд. Я еще не толком не играл, поэтому сильно не серчайте, если будут... затупы и зависания. Так, тут у нас выбирается первым делом фон, на котором мы будем делать нашего персонажа. Ну, ладно. Давайте выберем... Вот так будет его легче кастомизировать. Хотя, надо было взять все-таки лучницу. Как вы считаете? Куча разной брони. Куча разных настроек. Смотрите, какая. Это стартовая, скорее всего. Вот так мы будем начинать. Это уже потом более продвинутая броня, так-то получше. Тут уже идет нагрудник. Смотрите, какой щит, прям как у рыцарей. Древние времена. Как у Алёши Поповича точно был такой. Здесь бронированные. Всего на данный момент доступно 4 класса, а обещают, ребят, 9 классов. 9 разнообразных классов. Дерево навыков индивидуально для каждого класса. Отсутствует максимальный уровень персонажа, а именно после... того, как вы достигли 50 уровня, получаете специальные очки и необходимые для улучшения и модифицирования навыков. То есть тут развиваться можно постоянно. Так, ладно. Давайте продолжим настраивать. Первое, что у нас? Прическа. Не густо, да? 4 вида, 4 прически. Сюда смотри. Какие-то сладенькие получаются. Давайте вот эту возьмем, с ней и
позабавимся с этой прической, параметры, которые влияют, длина волос, я так понял, окей. И будем сильный чубчик делать. Второй, третий параметр. Кучерявости и так далее. Так, по длине волос определились. Цвет волос, я так понял. Окей, черный, пусть будет черный, я не против. Это какой-то сальный. Намазан гелем. Гелем вымазан. Оттенки, разные оттенки волос. То есть, если вы выбрали черный, добавили коричневый, потом еще добавили чуть-чуть белый, то у вас должно получиться что-то средний какой-то оттенок черного. Ну ладно, не будем на этом сильно заморачиваться. Вот такой сделали прическу. Окей. И переходим в меню редактирования головы, а именно лица. Такой более мужественный хотелось бы. Так, открываем первый параметр. Зачем вы его мажете гелем? Нормальный вот такой цвет. Не, не надо, чтобы он блестел. Он же ж не стриптизер. Так, с бородой. С бородой. У нас такой чуть рыжеватый паренек получился. Черного цвета. Получается, борода делается в несколько заходов. Сначала делаем щетину. Есть, щетину сделали. Давайте потемнее. Нет, не надо нам. Как я уже говорил не раз. Второй этап у нас идет. Вот такая вот борода. Такие есть смешные, конечно. Окей. Только надо длину отредактировать, чтобы он вот так вот. Есть. Третий этап у нас усы. Разнообразные, смотрите. Вот, кстати, неплохо сели. Есть. Четвертый, бакенбарды. Рыжий, повернись туда, смотри. Уже выбираем тебе баки. Сейчас по длине отредактируем, чтобы они не сильно были, как у росомахи. Что ж ты, блин, поворачиваешься постоянно, щенок? Нормальная вышла борода. Так, брови. Брови как брови. Нормально. Так. Глазами разобрались. Бороду сделали. Здесь, ребята, в этом меню редактируется полностью лицо. В интернете выкладывали уже мастера, делали фотографию, допустим, Том Круза и рядом скриншот Том Круза. Там еще какой-то актера или актрисы. Рядом то, что сделали именно очень похожую на актрису или на актера. То есть можно кучу всего сделать в данной игре. Так, губы, макияж отпадает. Стрелочки, белочки, цветочки на лице тоже отпадают. Это у нас тоже неинтересно нам это. В принципе, нормально. Так, теперь нам нужно сделать телосложение его, ребят. Будет ли парень у нас толстячком, будет высоким, худым. Вот такой пусть будет. Так, плечи. Да что, одну руку только? Я не хочу одну руку сделать, другую нет. А ну с шифтом не хочешь ты объединить? Не, грудак можно, вон, смотрите. А, не, это по длине. Вот так. Нормальная грудь паренька.
Да, в принципе, не будем заморачиваться на этом параметре. Я думаю, и так все понятно и все отлично. Разные настройки и так далее. Окей. Нормально. Голос выбрали. Так, созвездие, которые персонажи выбирают себе, соответственно, получая определенные бонусы. Так как я не сильно силен в корейском, ребят, выберем либо щит, либо выберем титана. Давайте выберем щит, пусть будет щит. Одевайся. Анимация. Нормально, давайте его оденем. Не то как-то не камильфо в труселях стоять перед зрителями. Ну такой выходит у нас воин. Посмотрим, сможем ли мы прокачаться для таких лат, до таких параметров, какие нам встретятся боссы, мобы и так далее. Фух-фух, ну так. Все равно стартуем не в такой форме. Так, а что с анимацией? Выражение лица. Обычное, веселое, злое, печальное, удивленное. Ну, пусть будет злое. Такой, как будто у него глисты, ребят. Не, пусть обычное будет. В принципе, вот и вся настройка, ребят, на данный момент. Я думаю, дальше и с выходом русской версии мы вернемся к этому меню и рассмотрим более подробно его. Вводим имя. Не хотите вот такое имя, молодой человек? Все, да, создали персонаж Жека. Как вы видите, находимся в меню персонажа. Меню выбора персонажа можно создать еще. Давайте создадим еще колдунью. Да. И как раз у нас будет в одном видео создание двух персонажей. Это именно воина и девушку-колдунью создадим. А потом уже будем решать, за кого играть. Вот здесь есть. Я над размером груди поработал. Так, окей, подходит колдунья нам. Самое главное, зачем тебе одежда? Смотрите в этих колготах. Это не дырка у нее на пятой точке. Что у вас тут у колдуньи за одежда есть? Интересная такая. Не знаю, ребят, скорее всего игра 18+. Меха. Графика, конечно, проработка деталей в этой игре просто восхитительная. Ребят, если бы не корейский, я бы рекомендовал всем, а так советую вам дождаться закрытого бета-теста или открытого бета-теста в России, чтобы поиграть в эту замечательную игру. Я думаю, многие любители онлайн-игр поиграют в нее. Так, окей, колготы не матом убрать. Так, что у тебя? А ну-ка, давай сделаем так. Радуется. Так, погнали с настройкой нашей дамы. Из причесок доступно у нас немного. В принципе, вот такую вот и сделаем прикольненькую. Длину волос можно регулировать, как вы видите. Локонов, я бы даже сказал. Куча всяких настроек. Есть не черный цвет. Вот такая вот у нас будет мадам. А все равно черный оттенок, да, у нас?
Ну, окей. Так, главный параметр настройки выражения лица. Цвет кожи. Ладно. Я думаю, это не столь важно. Так, глаза. Даже можно выбирать, смотрите. Вот это они заморочились, конечно. Ну окей, пусть будет так. Да, тут настраивать и настраивать. Телосложение. Самый главный параметр для дамы. Так. Даже можно... Вы видите, что можно? Выбрать размер груди. Не, ну, я надеюсь, они регулируются. Да. То есть нельзя одну большую сделать, другую меньше. Ну, нормально. Подходит. Подходит такая у нас. А есть еще какие-то. Ну ладно, пусть будет такая. И лицо, прическу, все выбрали. Телосложение. Злая. Пусть будет веселенькая у нас. Одевать. Да, конечно, одежда, мама не горюй. Посмотрите, какие просто наряды у нее. Надо выбрать знак зодиака. Дракон, сова, слон. Я не знаю, что тут у нее да как. Давайте, девочки, выберем вон ключик. Как она будет смотреться в разных погодных условиях и временных рамках. То есть днем, ночью, вечером и так далее. Так, а как же тебя назвать-то? Манифесенте. Пусть будет манифесент. Или Эльвира, давайте назовем. Эльвира. Окей. Скорее всего, такое имя уже занято. Манифик. Есть. Все, теперь, ребят, у нас есть два созданных персонажа. Колдунья, воин. И я думаю, следующее видео можно спокойно начинать записи прохождения воина. Будем разбираться, будем выяснять. К сожалению, ребят, на корейском. Но методом тыка, как говорится, мы найдем, что тут да как. Спасибо всем, кто смотрел. Проследуйте второму видео прохождение данной игры. С вами был Жек Херсон, ребят, всем пока.